На берег Флорида вынесла часть старинного корабля. Историческую находку обнаружили на пляже известного курорта. Исследователи из Морского музея США планируют воссоздать 3D-модель корабля на основе фрагмента. В американском штате Флорида на пляж курорта Понте Ведра Бич из океана вынесла на берег 15-метровый фрагмент корабля «Звеевика», сообщает CBS-47. Отмечается, что на обломке наткнулась женщина, гулявшая по пляжу с сыном. По мнению специалистов, фрагмент корабля хорошо сохранился, так как он годами лежал в песке на дне. Они также полагают, что изначально весь корабль был обшит медью, остатки которой обнаружены на редкой находке. Также на корабле остались вырезанные на шпангоутах римские цифры. Исследователи из Морского музея измерили и сфотографировали обломки. На основе собранного материала они планируют воссоздать 3D-модель корабля. В Черном море нашли более 40 древних кораблей. Ранее сообщалось, что корабль «Террор», из пропавшей в 1847 году у полярной экспедиции Джона Франклина, нашли рядом с островом Кинг-Уильям канадского арктического архипелага. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.